Меган Маркл и принц Гарри сходили в магазин органической косметики. Герцоги Сосикские всего за пару недель до родов были замечены папарацци по пути в магазин органической косметики. Ожидается, что в конце апреля герцоги Сосикские станут родителями. А пока перед родами Меган Маркл начала практиковать особый уход. Через несколько дней после начала декретного отпуска Меган и Гарри были замечены в Лондоне, где посетили магазины Лопот и Чары, известный как лучший производитель натуральных и органических средств для ухода за кожей. Также они предлагают различные процедуры такие как массаж и энергетическое исцеление. Известно, что герцоги Сасикские провели там около двух часов, и это вовсе не удивительно, если учесть любовь Мегань к практикам из Согласно источнику Суикулы, Меган сосредоточена на спокойной и позитивной энергии вокруг рождения, а Гарри, в свою очередь, старается сделать все возможное, чтобы мама его будущего ребенка чувствовала себя комфортно и счастливо. И, судя по улыбке Меган, у него это получается. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии под видео. У нас на канале вы найдете много интересных видео. Впереди еще много интересного.